Здравствуйте, мои друзья, подписчики, гости моего канала. Продолжаем игру Evil West, Злой Запад. Это уже пятая часть. Надеюсь, эта серия тоже будет захватывающей. И всем вам понравится. Поехали. Искалеченный, изуродованный, разорванный на куски Блум. Побольше денег на улучшение. Наверное, можно с другой стороны выстрелить. Бестиарий агента Блума. Кажется, этот вид обладает способностью к перевоплощению обычным кровопийцам. Это не свойственно. Предполагаю, перевоплощение требует крови, но точно сказать невозможно из-за недостатка доказательств. Вероятно, мы имеем дело с ускоренной эволюцией, вызванной определенным неизвестными экологическими факторами. Превращается в монстров. Тут явно что-то нечисто. Нагал. Нагалы однажды были людьми, пораженными проклятием изменения формы. В поисках лекарства они обратились к вампирам, которые пообещали им помочь сохранить их истинную форму. Однако сохранившие форму бедняки становились кровожадными зверями, подчиняющимся своему хозяину-вампиру. Нагалы обычно перемещаются стаями. С помощью воя они способны усилить своих сородичей.
Ясно. У нас сзади здесь есть. Здесь ничего. Можно отсюда спуститься. Здесь у нас что? Посмотрим. А, отсюда нет дороги. Значит, спускаемся. Ух ты, посмотрим на эту красоту поближе. Я вспомнил игру God of War. Там вот сундуки так открывал Кратос. Нажимаем. Здоровый напор. Нанесение урона перчаткой ускоряет перезарядку исцеляющего модуля. Икар убийства, находящегося в воздухе врага, гарантирует получение энергетического элемента. Wait for my signal. Ready.
Нам конец, уходим. Надо валить отсюда. Конец защищен, словно банковские хранилища. Что они тут прячут? Finders keepers. Создайте переправу с помощью какого-нибудь объекта, чтобы двигаться дальше. Деньги — это хорошо. Что, черт возьми, происходит? Нажимаем. Недостающаяся пуля. Купив за 3000, в револьвер вмещается дополнительная пуля. Лечение сопровождается короткой 5-секундной неуязвимостью. Не беспокоить. Давайте купим это. Думаю, здесь их многовато, что-то волосов много. Я так и ожидал. Готовимся, я вижу его. Ну, готовьтесь.
Боже, было непросто. Я уж переживаю, что Блума живым мы не найдем. Да, нелегко было. Все по-быстрому. Джесси. Мосты. Да, много их и здесь. Полоса еще не кончается. Бестиарий агента Блума. Я продолжаю исследование, но не могу найти ничего, связанного с необычными свойствами животного. Судя по диаметру вырытых им тоннелей, рост этого могучего существа составляет примерно 2.5 метра. Эти агенты Скотта Блума. Thank you.
давай, давай. Наконец-то. Пятый уровень. Отражение снарядов. Отлично. Новая особенность. Короткое замыкание. Убийство пораженного электричеством врага образует энергетический элемент, не работает в режиме перезагрузки. I find the flying creatures most disturbing. Бестиарий агента Блума. Больше всего меня пугают летающие существа. Они перемещаются с копом и защищают недавно обращенных кровопийц, как шершни, охраняющие улей. Иного предназначения я найти не могу. Вероятно, они также добывают пропитание и разведывают местность. Господи, что такое? Призрачная винтовка. Отлично. Посмотрим. Where the heck did it go? Куда делась эта штука? Да, кажется, я приближаюсь к гнезду.
Ну и вонь. Морщище. Ну и вонь. Таких тварей мне убивать еще не приходилось. Гавран. Эти поистине жуткие существа создаются в братских могилах, в которых кровь из множества тел смешивается с землей. Гавраны рождаются слепыми и первые несколько недель питаются гниющей плотью, разбросанных вокруг тел. Вникающая в почву кровь заставляет гавранов закапываться под землю в поисках пропитания. Оказывающись под землей, гавраны скрываются в темноте от лучей солнца и ничего не подозревающих путешественников. Сразу ощутить тени гаврана, сопровождаемого душу земли. Есть тут кто? Блум, это ты там внизу? Да, да, это я. Кто? Ух ты, вы Джесси Рантьесер. Чудесно.
Объясни, что тут произошло, Блум. Когда пошли слухи о новом виде кровопийц, меня отправили сюда для проверки. Я прибыл сюда, столкнулся с группой фамильяров. По-видимому, их послали сюда хозяева. Это фамильярка, человек мог как быстро превратиться в эту штуку. Прекрасный вопрос, сэр. Полагаю, трансформация каким-то образом связана с кровью этих созданий. А вот как, я пока не выяснил. Нам лучше отнести одну из этих штук в лабораторию. До сих пор не могу понять, что тут делали эти фамильяры. Как я понял, им поручили перевозки. В их конвое были тележки, полные каких-то любопытных, вертких маленьких созданий, привезенных. Тогда стоит отправиться туда. Город Калико. Поговорить с Эдгаром Грейнвером. Ты куда спешишь? Я в баре закончился, виски? Джесс, когда мы затащили сюда твоего отца, он был весь в крови. С ним все будет в порядке, он слишком упертый. Я повидал немало боевых ранений, что же до Уильяма. Наверняка половина крови даже не на его. Должно быть, пока повсюду падали дирижабли и прыгали, ведьмы даже не знаю. Может быть, клещи хотели не просто все разнести, возможно. Они заразили его, черт. Не может быть. Джесс, придержи лошади и... The Institute is infiltrated, and I let both you and William walk away? Jess, when a tick turns a familiar, they form a sort of bond. Хозяин может заглянуть в разум слуги. Но если они сформировали связь, скажем так, с человеком, который разработал твое оружие. Эдгар, на случай заражения у нас есть четкий приказ. Заражен, значит мертв. Это его слова. Вдыхай, у меня есть идея. Помнишь ту хрень, которую я нашел на озере Мареба? Растение, с которым мы планировали сделать лекарство. Я не собираюсь рисковать жизнью отца, выливая. Кузов у нас в рукаве больше, но не осталось, Джесс. Дабана его больное творение. Я уже точно ни черта не хочу идти в бой без генерала. Ладно, думай, растение все еще в руинах поместья. Я проверю, осталось ли что-то для лаборатории, а ты... Я пойду, ты лучше позаботься о перчатке. Да, срать я хотел на чертовую перчатку. Я не буду сидеть сложа руки, пока мой отец... Никто тебя не заставляет. Если меня сапают от поражения, нас будут отделять только ты и перчатка. Я справлюсь, ясно? Приглядывай за любознательной докторшей. Встала. Не отходи от Уильяма, на случай, если я не вернусь вовремя. Встретиться с Эмилией Блэквелл в ее лаборатории. Эмилия рада, что вам удалось вернуть Блума в целости. Они ждут вас в лаборатории. Это меня и тревожит, такое за ночь не организовать. Ну, воюем уже много веков. Они постепенно меняются, как и все живые существа. Ничего удивительного в этом нет. До недавних пор кровопийцы размножались, обращая фамильяров. Процесс медленный, но эффективный. А сейчас появился новый вид, который плодится словно кролики. Этот вид спирет и подвижен, но есть по-прежнему нельзя назвать следующие ступени эволюции. В какой-то степени его шаг назад, поскольку новые существа глупые и кровожадны. Обычное пушечное мясо, как Дабану. Представлять себе армию, просто люди, обращенные прислужников.
Грязнокровные, точно, сэр. Чудное замечание. Думаю, чтобы узнать, наверняка нам надо изучить лесопилку. Лесопилки просто так не подобраться без работающей перчатки. Нам не удастся разведать. Иначе сейчас самое время повидать местного гения. Боже, почему же такая свинья? Бумага, кругом бумага. Тут ни черта не найти. Ой, привет. Встала, поставшись. Мама родная, где мои заметки? Как мы знаем, феномен самопродукции. Вирджил, давай полегче со словами. Ты говоришь с полевым агентом. Диамагнетизм, многофазная система, ага. Вы точно не хотите услышать радиографическую штуку? А, неважно, вот. Двух словах, я исследовал устройство прерывателя и обнаружил проблему. Он потребляет слишком много энергии. Лучший инженер института, а? Может быть, прежде чем затыкать Вирджилу рот, мы дадим ему шанс объясниться. Нельзя уменьшать устройство до бесконечности. Если вам нужен работающий прерыватель, вам придется смириться с тем, что он будет. Как любезно заметила Эмилия, я полевой агент, я работаю в поле, понимаешь? Если перчатку нельзя носить с собой, она бесполезна. Не хочу на тебя и набрасываться, но... Кажется, хочешь. Но если перчатка не заработает, всем конец. Сможешь починить. Что ж, если бы я мог достать парочку катушек из изначального прерывателя. Лады, где мне их найти? Дальняя застава, Ир. Недавно нам сообщили о визуальной аномалии в Бакстере, шахтерском городке оказалось. Директор Ренти направил меня сюда с ящиками тяжелых электрических катушек. Они должны были помочь нашим инженерам развеять иллюзии. К сожалению, прежде чем команде удалось собрать какие-либо данные, клещи уничтожили яичко. Должно было они... Прятали там нечто. Как мне узнать? Ищите миниатюрный электрический резонанс. И все ясно. Так не пойдет. Собираем барахло, выходим через 5 минут. Я пойду первым, расчищу путь. Постарайся не умереть, иначе Блэквелл с меня шкуру спустит. Да, есть, мистер Джесси. Итак, друзья мои, гости моего канала, мои подписчики. На этом завершаем пятую часть игры. И встретимся с вами в шестой части. Надеюсь, всем понравится. Всем, кому понравится, подписывайтесь на канал. Нажмите колокольчик, поставьте лайки. Я очень надеюсь на вашу поддержку. Спасибо всем за просмотр.